Значит, не успела мама пойти выпить ножку, и тут уже новогодняя тусня организовалась. Что такое? Где работа? Где продажа? Мама, приходил какой-то бизнесмен. Ну? Ёлочку хотел купить. Ёлочку хотел купить, да? Сказал, что моряк. Моряк? Моряк. Дотя, да это же знак свыше. Ты понимаешь, что моряк-бизнесмен еще елочку хотел купить? Дося, цены твое, я, конечно, извиняюсь, что это... Дося, ты не обижайся, понимаешь? Мало того, что ни моряк, ни бизнесмен, ни елочку купить, ни в состоянии. Мама! Хватит, мама! Мама, что ты говоришь? Написал охрана и ходи. Мама, я знаю, что твоя мама. Я не знаю, кто твой папа. Мне это неинтересно. Боже. Дося, сколько я тебе лет рожала, столько я тебе лет счастливо делать буду. Люди об этом, дочечка, мечтают. Что ты о чем каешь? Чтобы бизнесмен, молодой моряк, еще и моряк дальнего плавания. Мама, ты понимаешь, сколько моряк? Перспектив в личной жизни? Я не хочу моряка. Не хочешь на моряка? Захочешь моряка. Оставить разговоры. Довела маму. Ты же моряк. Это же как твой папа, прапорщик. Папа, как папу звали? Папа. Вова! Ты мне голову не морочь. Займись лучше елками. Стоишь. Мама. Ой, довела мама. Успокойся. Успокойся. Мама, сейчас пойду выпить нож.